Всем привет, и сейчас мы обновимся на только что вышедшую Mountain Lion, которая стоит $20. Нажимаем «Продолжить» и принимаем условия соглашения, после чего выбираем, на какой диск вы хотите поставить Mountain Lion. Я просто проапгрейдил, но у вас также есть возможность поставить на другой раздел, чтобы у вас была одновременно и обычная Lion, и Mountain Lion. Пошла небольшая подготовка, после которой наш Mac автоматически перезагрузится. Сам установочный файл займет 4 гигабайта на жестком диске. Ну а теперь список поддерживаемых моделей. Это iMac середины 2007, обычный MacBook с конца 2008 или начала 2009. MacBook Pro середины или конца 2007, MacBook Air конца 2008, Mac Mini начала 2009, Mac Pro начала 2008 и XR с начала 2009. А тем временем установка подошла к концу, заняла она примерно полчаса, и сейчас наш Mac перезагрузится. Меня очень много раз спрашивали, удалится ли что-нибудь после обновления или нет, и мой ответ – все останется. Даже история вашего браузера и настройки почтового клиента. А вот и первое уведомление, которое я получил в Notification центре. Подписалось несколько человек, спасибо им за это. Кстати, оформление Mountain Lion немножко изменилось в лучшую сторону. Это заметят те, кто пользовался Lion'ом. Насчет скорости работы. Все работает так же быстро, в некоторых приложениях даже быстрее, например, Safari, почта, ну или другие стандартные приложения. Так что все эти навороты ничему не мешают. Из новых функций в Mountain Lion вы найдете поддержку iCloud, напоминания, заметки, сообщения, центр уведомлений, также функция PowerNap, которая будет обновлять ваш Mac, когда он спит. Затем публикация в различные социальные сети и многое другое, интеграция с Facebook, твиты из приложений, Game Center, Gatekeeper, который будет контролировать безопасность вашего Mac, а также новости Safari, у которого теперь одно поле поиска, а также удобное переключение вкладок. Siri Dictation и еще много-много всего. Все просто не перечислить. Поэтому, ребята, завтра я сделаю обзор на Mountain Lion, так что ожидайте. Еще раз напомню, Mountain Lion стоит $20. И полный список поддерживаемых маков вы сможете найти в описании этого видео. Спасибо моему другу Андрею Кузнецову, который предоставил аккаунт для скачки Mountain Lion. Надеюсь, вам понравилось это хоть короткое и немножко бессмысленное видео. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. С вами был Apple Expert. Всем удачи, пока!